Итак, всем привет! В данном видео я расскажу вам про самую удобную, легкоуправляемую и в то же время мощную, эффективную технику, которая может вообще нахрен всех этих сектантов уничтожать и их всякую тоже технику, броню, вертолеты, лодки, вообще похрену что. Мы сейчас находимся на Марина Драбманов, не знаю, это опечатка переводчиков или какая-то хрень называется Мариной, неважно, может быть она будет потом называться по-другому. Короче, вот здесь есть магазин вертолета. Но вы можете в любом магазине вертолетов находиться, которых множество по карте, не обязательно здесь. Нажимаем R. Так, заходим в вертолет. Смотрите, у меня вертолет уже куплен. Вот этот вот. Вот у меня был еще по умолчанию вот этот вертолет, называется Тюльпан, но у него нету ракет. Не знаю, может быть, разработчики пофиксят, может быть, так и задумано. Короче, я советую вам покупать этот вертолет. В нем есть как пулемет, так и ракеты. Но ракеты, они или очень медленно восстанавливаются, или нужно заново его пересоздавать, поэтому налево-направо я не советую им пуляться. Короче, после того, как вы его купите, я не помню точно, сколько он стоит. Вот смотрите, остальные 7200 стоят. По-моему, он тоже 7200 стоит. 7200. Короче, если у вас нет денег, там порыбачьте, я не знаю, поохотитесь там. Все. Я сейчас вам продемонстрирую его как бы ништяки на примере уничтожения патруля. Нажимаем пробел, взлетаем. Чтобы вниз опуститься, надо нажать русскую S и удерживать. Вот. Управляется он очень легко, обратите внимание. То есть я ничего не нажимаю. Вот, я полностью все отпустил. Абсолютно ничего не нажат. Он может вот зависать. Вот мышкой вы можете осматриваться и стрелять. Что хотите делать. Короче, полетели уничтожать конвой, чтобы вы посмотрели сами. В общем, он гораздо удобнее, чем всякие самолеты, которыми там нужно разворачиваться 10 лет. Вот, мне нужно уничтожить этот конвой, да? Допустим, я сейчас нажимаю вперед лететь, допустим. Сразу минус 2. А F нажал, ракеты пустил. Все. Смотрите, сколько ракет. Это причем я один раз нажал на F. И залпов у него может быть много. Поэтому всякие... Ну да, могут уничтожить, конечно, вас. Особенно ракетчики. Опасайтесь ракетчиков. Ракетчики могут у вас один раз попасть и все. Но если ракетчиков нету, если вам нужно уничтожить какие-то конвои, какие-то здания там, ну не здания, но, например, я вот при помощи вертолета, сейчас вам покажу, что расхреначил. Кстати, это секретная миссия, секретка. Ее сейчас, наверное, не видно уже здесь. Короче, у меня есть... Вот здесь где-то был знак ЕС, его уже нету, потому что я его, видимо, расхреначил. Вот. Этого Иоанна. Вот здесь где-то знак ЕС был такой. Даже на карте его. Я его расхреначил при помощи вертолета очень легко. И это оказалась секретная миссия. Короче, вертолет, имба вообще крутая. Практически не контрится, только ракетчиками, либо другими вертолетами. Но вам их очень легко будет шибить. И тем более уже самолет это вам шибить будет вообще нифига. Вот, например, еще. Все. Поняли, да? Если знаете еще какие-то фишки, или хотите со мной поспорить, или предложить просто еще какие-то варианты, напишите их в комменты. Обязательно все посмотрю, лучшие комменты закреплю, или даже буду использовать в следующем видео. Спасибо, ставьте лайки, если не подписаны, подписывайтесь на канал. Все, и сейчас вам покажу, как приземляться. На C нажимаете. Все. Все, я приземлился вообще без проблем. Можно даже рядом с деревьями приземляться, ну, конечно, совсем прям не стоит надеть. Просто, ну, место нужно как бы под приземление. И все. Спасибо.